Успешная женщина та, которая живет так, как она хочет. Хочет она делать карьеру – делает. Хочет рожать детей – рожает. Хочет замуж – выходит замуж. А не хочет – не делает, не рожает и не выходит. Теперь в Волгодонске у каждой женщины появилась возможность делиться своим секретом успеха и опытом с друг другом. Стартует новый интернет-проект. Об этом смотрите далее. Ах, какая женщина, какая женщина, мне в такую... Задумывались ли вы когда-нибудь о том, кто такая сильная и успешная женщина? Большинству из нас важно быть успешной. Но какой путь к успеху выбрать? Ответы на эти вопросы знают члены Волгодонской общественной организации «Успешная женщина». Сегодня они представляют для всех женщин нашего города и не только новый интернет-проект. Мы все женщины, мы все заняты. А интернет позволяет в любое время, в 10 часов вечера, в 11 часов вечера, прийти, посмотреть, послушать и получить ту информацию, которая им будет необходима. Об успехе, как добиваться успеха, как получать успех в разных областях, абсолютно в разных областях. И я надеюсь, что успешные женщины будут нам помогать собирать эту информацию и более профессионально освещать по разным темам. Сегодня их собрание не в интернете, а в реальной формации. Каждая из них считает себя успешной. Секрет этого многогранного достижения у каждой свой, сугубо индивидуальный. Успешная женщина сегодня, на мой взгляд, это та женщина, которая старается работать для других. Для других, для коллег, для молодежи, для своих близких, которая понимает, что творится сегодня в мире, может дать свою оценку происходящему, которая стремится освоить новое, которая стремится принести пользу, которая стремится своим видом радовать окружающих. Любит, работает, страдает, живет, то есть живет полной жизнью. Я думаю, что это успешная женщина. Итак, формула образа успешной женщины выведена. Главными составляющими являются оптимизм и позитивный настрой. Даже в плохих событиях успешные женщины не боятся взять инициативу в свои руки и организовать выполнение задачи на 5 с плюсом. Успешная может быть и в домашнем хозяйстве. Потому что женщина, которая занимается семьей, она тоже может быть успешна. Она может быть успешна в творчестве, она может быть успешна и в бизнесе, она может быть и в психологии успешна. То есть во многих областях, вот, например, есть женщина, которая в ресторанном бизнесе, видите, это успех. Новый интернет-проект под названием «Успешная женщина» стартует на сайте avolgodonsky.ru. Здесь вы найдете массу нужной и интересной информации, которой делиться будут исключительно успешные женщины. Как воспитывать детей, как организовывать собственное дело и не потерять его. Женщины женщинам расскажут все о собственной жизни и о том, что даже при отсутствии времени можно всегда выглядеть безупречно. Наталья Веденева, Сергей Овчаренко, новости ВТВ.